Шоссе 101. Приветствую, в эфире «Трасса 101». Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Каждый пятый водитель в Кировской области штрафы вовремя не оплачивает. В этом году в разряд должников, по данным ГИБДД, попали почти 2000 граждан. В основном они были наказаны наложением взыскания в двойном размере. Кроме того, почти 200 неплательщиков отправились под арест, а почти 250 – на обязательные работы. Трасса 101. В Госдуме предложили изменить правовой статус правил дорожного движения. На гражданах это отразится вряд ли, но законотворцы считают задуманное крайне важным. Речь идет о том, чтобы возвести ПДД в ранг федерального закона, а не постановления правительства. В результате свод правил поведения на дороге станет более значимым. Противники этой идеи утверждают, что процедура внесения поправок в ПДД станет долгой и муторной. Трасса 101. В 30 крупнейших городах России начнут активно строить зарядные станции для электромобилей. Через 3 года их должно быть около 1000. Также такие объекты планируется возводить на дорогах с наиболее активным трафиком. Пока же общественных зарядок для электрокаров у нас немного, порядка 250 штук. Добавлю, по данным на начало 2020 года в нашей стране было зарегистрировано 6300 электромобилей. Трасса 101. Opel, возобновивший в прошлом году продажи машин в России, собирается расширять модельный ряд. В 2021-м для покупки станет доступен субкомпактный кроссовер Crossland, показанный 3 года назад. У новинки будет 5 вариантов силового агрегата: 3 бензиновых на 83, либо 110, либо 130 лошадиных сил, и 2 дизельных мощностью 110 или 120 лошадей. Привод только передний. Трасса 101. Компания Hyundai может записать на свой счет еще одно достижение. Корейцы начали массово выпускать тяжелый грузовик, который работает на водороде. Первые 50 машин до конца этого года поступят в Швейцарию. Автомобиль оснащен 7 баками для самого легкого газа и 2 тяговыми аккумуляторами, каждый из которых выдает 130 лошадиных сил. Запас хода около 400 километров. На дозаправку требуется до 20 минут. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова». До свидания. Трасса 101.